Конечно, Осетия – это непростой район до сих пор, регион. И такие люди, которые сочетают в себе не только качество врача, организатора, но еще и мужество и талант работать в особых условиях. Ведь это, представьте, логистику, да? Представьте, ну вообще, конечно, Лидия Степановна тут плечи свои подставляет, это естественно. Вот. Приятные моменты. Есть на кого равняться нам. Есть. Конечно, мы каждый год и поздравляли многих специалистов, которые, ну, Ирина, допустим, да, Татьяна Чарская. Да, я всех помню и люблю, потому что каждое вот такое событие – это определенные вехи, которые вот масштабируют, расширяют успехи компании и делают нашу продукцию как выверенно точными такими вот эффектами. И, ну, от этого, конечно, охота и петь, и летать нам, как разработчикам, ну, 200 детей. Да можно больше ничего не делать. Этого хватит, чтобы там сказать: ребята, мы поработали, у нас есть результаты. Большое спасибо вам всем, потому что практически каждый, наверное, здесь мог стоять сейчас и иметь кучу аплодисментов. При этом вчера порядка 5000 наша аудитория составляла. Ну, интернет-включение, вы же знаете, идет онлайн-трансляция. И здесь был бы шквал аплодисментов. Я один футбольный матч, так скажем, не собрал там победы «Спартака» или нашей сборной, наконец-то, на чемпионате Европы или мира по футболу. Вот, огромное спасибо. Огромное спасибо. Ну, а сейчас мой будет лекторий небольшой. И, возможно, у меня уши болят. Так, разберусь, нет, как и пользоваться. Мне хотелось бы начать, ну, вот у нас вчера был рабочий день активный, выступал Роман Марченко, который является молодым специалистом. И очень, на самом деле, серьезная программа, уважаемые друзья, проблема в том, чтобы иметь успех в развитии, темпы, вопрос с кадрами. С кадрами. Потому что вот Томский государственный университет, один из рейтинговых университетов, который с нами находится давно в контактах, много лет мы и с ректором, и с проектами по научной работе встречаемся. И вот только в этом году впервые вводится специальность биотехнолог. И просто нет, в трудовой книжке даже не запишут, нет подготовки. В политехническом, вот Роман выпускник политехнического университета, сильнейший Томский политехнический университет. Там биотехнология, там в основном биотехнологии, нефть, больше химические такие вот аспекты, чем те биотехнологии, которые осваивает компания ArtLife. Вот рассказывал, мы были в медуниверситете Кузбасс на той неделе, там чуть больше. Я проводил круглый стол со специалистами. Там сейчас вот и оборудование закупают под лабораторию генетического, так скажем, вот, исследования. Некоторые есть такие кафедры, где можно, и мы пытаемся наладить какие-то контакты, потому что нам нужно, ну, определенное усиление, да? Усиление в плане развития тех дел, тех векторов, которые нами заложены, о которых я постоянно рассказываю. И каждое из этих направлений может дать огромное количество и научных работ, и продуктовых, так скажем, новых историй. И мы говорим: присоединяйтесь, давайте с нами, давайте вот, мы готовы поделиться, у нас нет секретов, хотя, ну, ноу-хау там различные, патенты. Потому что это все время. Ну, простой пример. Допустим, мы много сделали по ферментации определенными видами культур
биологически активных соединений, ну, допустим, селена или там витаминов группы В. Ну, нет ни методик, нет ни стандартов, по которым можно мерить, потому что та же группа В, которую мы видим в аптеке, ну, допустим, витамин В12, он присутствует в виде циан-кобаламин, соль, содержащая цианиды. Это не токсичный продукт, но в природе такого продукта нет. Это синтетический продукт. А микроорганизмы там, связаны с метионином, с цистеином, вот, и методики не подходят, потому что нужно или переводить всех в форму циана, чтобы померить потом, да? И эту методику, ну вот у нас специалисты, которых я приглашал, они занимались полгода. При этом что, то, что делали, ее нужно еще раз проверить и посмотреть, а есть ли там мальчик этот? Чем мерить? Попугаями, метрами, как в мультфильме про мартышку. То есть нужен контрольный экспертный какой-то тест, система, проверка. Мы вот обращаемся в Томский госуниверситет, там создан такой центр, где и оборудование очень серьезно, и специалисты, которые владеют методами, современными методами хроматографии, там различных форм. 3 месяца мне считают калькуляцию, ну, чуть меньше. Стандартов нет, мы выпишем из Голландии, придет после Нового года. При этом, ну, это стоит там порядка 600 тысяч рублей, допустим. После этого нужно сделать работу, ну, где-то до полугода, наверное, а результат открытый. А что получится, никто не знает. А это всего такая капелюшечка тех задач, которые нужно решить. Я могу потратить всю жизнь или вот эти годы и кучу денег с открытым результатом на то, чтобы получить всего-навсего контроль за одним метаболитом. Вы понимаете, да? Да, но мы же компания «Артайф», вы же говорите, а шоколадка будет сегодня там, а еще что-то будет. То есть, и там совершенно другие масштабы. Вот когда мы с Александром Николаевичем ходили в Томский нейрофармакологии, они всю жизнь занимаются изучением валерьянки. Валерьянка, 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 валерьянка. Колесо, колесо, колесо. И их устраивает, потому что приходят гранды какие-то, приходят что-то, все ходят на работу, домой приходит семья, и там все срастается. И вот в этом мы всегда находим какие-то, ну не то что противоречия, какие-то разногласия. И вот в любом вузе, где мы приходим, они... Например, да, мы технологи по постному маслу. По постному маслу есть вопрос? Нет. Ну, да. И даже молодые люди, которые сформированы, я говорю, ну, смотрите, мы же приглашаем студентов, пожалуйста. Вот помните, я говорил, что мы хотели построить такую большую лабораторию совместно с университетом, вот, года два назад, предоставляем площадь, оборудование. Но нам не нужно, допустим, лаборатория же каждый день должна работать. То есть, чтобы она окупалась, значит, должны быть заказы, помимо тех задач, которые, ну, ставятся, допустим, в компании «Артлайф». Это и учебный процесс, и другие, допустим, возможные занятость, там, кандидатские работы. Ну, как-то вот... И мы опять возвращаемся к тому, что надо все делать самим, искать, развивать, организовывать, так же, как это было, начиная, почему «Артлайф Техно» появился, и нужно было строить, иметь оборудование. Вот куда ни коснись, от банки полимерной, капсул, вот всего, 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 всего. Иначе мы были бы еще там лет 20 назад, или 15, или 5 лет назад, не знаю сколько. А иногда у нас, как говорится, мысли работают быстрее, и, ну как вот дети, скорее бы Новый год. А завтра же Новый год? Вот он меня спрашивает.
А уже месяц этот, который он будет, ну, с Новым годом. И приходится возвращаться назад, и вот эти идеи, задачи, как бы пытаться. И вы видите по нашим продуктам, иногда мы вот объявили, да, работали, и не всегда это вот уже завтра появилось, допустим, завтра. Или произошла некоторая трансформация. Вот, допустим, Аквастрим вчера, да, вот продукт докладывали, замечательно. Мы же его представляли, но не его конкретно, а некоторую подобную идею, вот, чтобы вода являлась как биорегулятор, без которого мы жить не можем ни минуты. И потребность наша определяется именно нашим поведением, там, потребность, просто пить захотели в это время. Или стресс у нас, или вспотели, или что-то еще, или интоксикация. Вот, организм регулирует, да, только да, в это время что-то нужное. Так, а листать как? Кто вчера? Ну, я всегда показываю вот этот слайд, говоря о том, что это вот современный план действий, по которому компания работает, разрабатывая препараты и занимаясь, так скажем, вот нашей основной деятельностью. Эти основы метаболической коррекции. И я еще раз подчеркиваю, это, может быть, термин кого-то пугает, но это, знаете, как дворянин, мещанинного дворянства, оказывается, он говорил прозой, да? Мы живем, потому что у нас есть метаболизм, хотим мы этого, не хотим, и метаболизм наш не зависит, на самом деле, от лекарств. Потому что в природе не было лекарств, когда появилась живая клетка, а была еда и условия существования этой клетки, в которой она могла как-то жить. И в своем геноме, отрабатывая версии выживания, закрепляя через вот предыдущие вот эти фенотипические всякие процессы, и обеспечивая вот этот пул, поток жизни. И мы рассматриваем вообще человека как часть эволюции, как часть вот этого единого пространства эволюционного, которое... в котором главным является еда. Бытие мое – это еда. Вот представьте себе любого червяка, у которого головы нет. У него главный орган – это кишка. И у нас такой же орган. Просто он более сложный, и у коровы там сложный желудок. Есть вирусы, у которых нет желудка, да, или там нет пищевой. Но оно как... Вечный паразит приспосабливается к чему-то и использует эти резервы. Поэтому главный эволюционный фактор – это еда. Ну, еда, на самом деле, это понятие, с одной стороны, широкое, с другой стороны, простое. Это белки, жиры и углеводы. Или это способ существования формы углерода, азота. Но добыть эти компоненты мы можем только с помощью наших систем ферментативных. Есть бактерии, которые нефть перерабатывают. Углеводороды нефти. И каждый живой нашел и включил в свое жизнеобеспечение вот комплекс генов, который обеспечивает вот этот метаболизм специфически. Почему у нас 23 тысячи генов? Это вот задача человека прожить свой жизненный путь и отложить этот опыт, закрепить в генетическом материале, передать потомству. И как бы не менялась наша природа, пусть даже наши гены вот сегодня активны не все, но пойдут кислотные дожди или там атмосфера будет меняться, мы будем иметь возможность адаптироваться и не вымрем, потому что у нас есть скрытый, не работающий сейчас механизм, но они у нас есть по синтезу других энзимов и к условиях бытия. Вот. И вот этот процесс непрерывный, эволюционный, адаптивный процесс, он и происходит. И нарушение этих процессов и есть те заболевания, с которыми мы сейчас боремся. Вот сегодня мы говорили, что болезни цивилизации, да, ну, в разные времена по-разному называются. Вот мы вчера говорили, что, допустим, вот у китайцев микробиота... Чтобы выжить в нас, ну или в людях, которые живут в мегаполисах, где много смога, пыль, она вынуждена еще научиться
удалять соли свинца, тяжелых металлов. То, что, допустим, микробиота таежник, это не умеет делать. То есть идет адаптация к хорошему или к плохому, но так и есть. Хотя планета, по сути дела, ну, очень много для нее мы мусора готовим, и бетонные дома – это мусор, там и пластик – мусор, и много чего человек тут натворил. При этом адаптируется наша иммунная система. Вот первобытные же люди не жили такими огромными скоплениями, да? Жили небольшие кучки, которые могли прокормиться на каком-то вот изолированном участке, доступном, ну, охотой там, или собирательства. И в этой кучке микробиота была общей. И патологические микроорганизмы, потому что, ну, в Африку сесть они не могли или куда-то, да, они жили вот такими. И, конечно, когда появились там дороги, переселенцы какие-то, да, более такие вот миграционные потоки, и стало расширяться, и микробиота, связанная с патологией. Вспомните, чума, да, в средние века, которая выкашивала, там, крестоносцы пошли в поход, пандемии, эпидемии развились, Первая мировая война, вспомните семью Лыковых, таежный тупик, которые жили, не тужили, пока к ним не прилетели, и их иммунная система не могла, потому что она не тренировалась, она никогда это не видела, то, что для нас это тьфу сегодня. То есть эти процессы эволюционно идут бесконечно, постоянно. И еда, которая является главнейшим фактором, к которому мы должны адаптироваться, и должны понимать причинно-следственные связи. И почему-то у нас так получилось, что вот медицина в плане лекарств, там, вот, оперативных пособий и так далее, идет на переднем плане фронта, а диетология вот где-то там. Хотя, если все перерыв, на самом деле должно быть наоборот, потому что причинами нарушения в питании человека является вот вся эта куча проблем, которые мы формируем и пытаемся дорого лечить, управлять или еще что-то. Хотя, я говорю еще раз, еда или есть лекарства, в природе не создавалось, потому что мы сейчас их выделяем, там, ксенобиотики или еще какие-то побочные эффекты смотрим, существует. И находим, что у одного один препарат работает так, у другого по-другому. Почему? А микробиота другая. Потому что это лекарство мы сделали опять бактерии, которые метаболизировали, и уже метаболит является той формой, которая помогает человеку там, ну, как лекарственное пособие. Поэтому вот такая небольшая схема, которая говорит о том, что мы должны корректировать в современных условиях питания так, чтобы или замещать вот эти эволюционно детерминированные проблемы, или человека вернуть в тайгу, там, в дебри, и посадить его на то, что он должен есть. Вот. Или как-то приспосабливать наш сегодняшний момент к эволюционной норме, сегодняшней норме. При этом региональные бывают нормы там, или национальные. На самом деле здесь все не так сложно, с одной стороны, если вот мы говорим о том, что любое наше, так скажем, проявление нездоровья, это есть, в первую очередь, конечно, интоксикация. Любой дисбаланс есть предпосылки и течение в той или иной активной фазе воспалительного процесса. Вот вчера мы говорили, да, про докладчики рассказывали. И это постоянная борьба и испытание нашего организма на прочность, и насколько мы готовы свои адаптивные возможности подкреплять, укладывать, чтобы не выйти за границу допустимого, не перейти в болезнь, или и не потерпеть фиаско, или как-то эти дела укреплять, решать, и стараться управлять этими процессами. И для этого появилась у нас тема персонального питания. Вы все слышали. И вчера говорили, что можно теперь посмотреть свои гены. Это недорогая процедура. Посмотреть, не надо все, посмотреть, которые отвечают за определенные сегодня угрожающие, там, ну, углеводный обмен, там, липидный обмен. И не включать их просто.
не дразни лихо, пока оно тихо, выбирай образ жизни такой, который позволит обойти эти острые углы, и будешь жить долго. И это подтверждено многократно на опытах вот, на животных, знаменитые там штамм кросы агути, так называемые, когда берут жирных, больных мышей, генетически закрепленных, так скажем, вот, нарушенный метаболизм, это гиперлипидемия, инсулинорезистентность выраженная, то есть эти мыши рожают потомство, которое вдруг почему-то не проявляет этих свойств. Они бегают здоровыми, ничем не отличаются от своих, так скажем, собратьев. Их всего-навсего правильно кормили, зная, что у них есть вот эти проблемы. А генетически они прямые потомки, у них главные аллельные гены как раз не подавлены, да, вот, знаете, есть главные, есть рецессивные, когда вот один как бы на переднем плане выступает в плане вот, метаболизма. Именно вот эпигенетические механизмы, которые, как говорится, посеешь привычку, познешь судьбу, и определяет наше питание, образ жизни и все остальное, то, что называется фенотипом человека. Редукционная коррекция подразумевает восполнение нутриентов, которые нам необходимы в плане там, дышать кислородом. Но мы не можем, кто скажет, да, нет, кислород это вредно, давайте дышать, там, я не знаю, сероводородом. Ну, кто хочет попробовать? Ну, желающих нет. Или нам йод не нужен, или там еще какие-то вещи. Да, то есть, хоть что делай, нам не переломить эти законы. Поэтому нутриентный голод, о чем вчера говорили докладчики, и сегодня будут говорить, это, ну, безоговорочно, что называется. И мы знаем, что развитие рынка БАД шло. Вначале мы там экстракты, какие-то зубы дракона были, разные компании. Потом появились премиксы, витамины минеральные, потом селен, там, органический селен. И идет развитие сырьевой, так скажем, площадки для коррекции БАДа. Все прочнее, прочнее выходит на рынок и становится очень популярной и эффективной. И компания, ну, на передовой вот этой атаке в России мы практически индустрию создавали. И сейчас продолжаем это делать. И появилось еще вот одно направление, аддитивная коррекция. Это уже коррекция, которая более тонко настраивает наш организм, потому что мы говорим, да, даем, кормим хорошо. Но как бы сдвинуть вот этот процесс в нужное направление, чтобы получить желаемый результат? Вот уже у людей, которые имеют эту проблему. Как заблокировать эти проблемы? И здесь, конечно, главным инструментом является эта коррекция метаболизма и метаболитов. То есть мы даем, разрабатываем готовые полуфабрикаты, которые мягко вписываются в наш обмен веществ. Хотя, если это убрать, то априори у нас нет возможности исправить, допустим, ну, генетическая какая-то деформация, наследственная патология, или там, дисбактериоз, или хроническое заболевание органов, которое ну, не может поджелудочная железа давать полный набор энзимов необходимых, да, в нужном количестве для ферментации там, пищевых продуктов, белков и так далее. И вот эта коррекция, она... Вот те же наше поле приняло, да, долихофосфатный цикл. Мы взяли молекулу, ввели в наш рацион и улучшили ситуацию с синтезом белка, гликозилированием белка. И получаем те результаты, которые выражаются в виде сперматогенеза, психического здоровья. То есть, ну, вот настройка, которую симптомокомплексы нам показывают, да. А всего-навсего мы ввели краеугольный камень, который важен в метаболизме белков. Можно, конечно, там вот много чего делать, но более продуктивно использовать именно метаболические вот эти вот решения, которые автоматически управляют вот эти хвосты в виде симптоматики, которая возникает и описывается современной медициной, как отдельной нозологией, допустим. Да? Ну вот та же эпителиальная, ведь эпителий, он, везде эпителий, и законы его существования, они
требует определенных подходов, неважно, это слизистые, там, желудка или, вот мы говорили вчера про ковид, эндотелий сосудов, и тоже эпителий со своими, так скажем, вот, законами и требованиями к метаболизму. Ну, вот в рамках вот, то, о чем я сейчас говорю, компания волей-неволей мы перешли к новым видам субстанций, субстратов, потому что львиную долю метаболитов нам дает микрофлора. И вот биотехнологии – это, по сути дела, возможность получать новые субстанции для производства биологически активных соединений. Вот. И мы используем, конечно, все механизмы, которые до этого существовали, но учитывая то, что я не буду подробно останавливаться, что микробиота, она и обеспечивает основную и регуляцию. Ну, вот мы говорили и дырявый кишечник, и то, что весь иммунный ответ, наши лимфоидные ткани обучаются, весь иммунитет в кишечнике начинается. И синдром дырявой кишки, и наши гормоны удовольствия, счастья, серотонин 90% нам синтезируют микробиота. Это все, 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 потому что так эволюционно сложилось. Потому что вот от этого червяка, у которого не было головы, мы перешли в другие, более высшие, сложные организмы, но основы-то остались те же. Просто кормить настройку больше, она более тонко организована. И больше там требуется еще более сложные, так скажем, вот эти цепи пищевые, которые наш организм себя представляет. Поэтому вы видели, вчера вот был график, там Роман показывал 2003 год, компания впервые, вот мы запатентовали, моя была научная работа по микрокапсулированию пробиотиков. Когда у нас появились конфеты, ацидогум, лактогум, бифидогум, работа была, произвела фурор, ее много цитировали, не верили. То есть, ну, просто к одной проблеме подошли, ну, с разных позиций. И я говорю, помню, что а зачем вот, на векторе создавали бифидобактерии, штаммы, которые более были устойчивы к кислоте желудочного сока, более резистентны. Ну, это примерно как вот из обезьяны делать зубатого тигра, но он все равно остается обезьяной. И все равно при первой же возможности он убежит опять в свои, так скажем, обезьяньи круги. Или как вот мы яблоньку прививаем там к дичку, да. Но что бы ни случилось, человек ушел, это он снова одичает. Вот, мы просто создали технологию микрокапсулирования, которая защищает пребиотиком, по сути дела, это гуммиарабик, пищевые волокна, которые не ферментируются в кислой среде. И вот мы получили, так скажем, вот первый патент, 2003 год. А вот масштабные исследования в плане, вот я рассказывал про метабиом, про вот, был международный метахит, когда вот метаболит, это 2008 год. И, то есть мы на 5 лет начали раньше. И потом, в 2016 году у нас более так активно началась работа по масштабированию биотехнологий, хотя я говорю, что мы имеем достаточно много продуктов, достаточно давно уже биотехнологических. И достаточно успешно. Но закваски, помните, мы выпускали, да? И идея хорошая, все правильно. Но как-то рынок вот социум, то молоко у нас химическое не заквашивают, то еще какие-то были проблемы. Вот. Поэтому сегодня компания вложила очень серьезные деньги. Мы построили и сейчас запустили это производство, создали вот такую структуру, которая вот имеет научно-информационный аналитический центр. Вот очень важно, потому что сейчас ежедневно терабайт информации новый появляется по нашему направлению в области вот, нутрициологии, биотехнологии, которые нужно дифференцировать, брать в анализ, готовить блоки информационные, их использовать. Вот то, что вот Роман вчера вот предлагал, он руководит этим направлением.
И параллельно он защищает там кандидатскую работу, он был в академическом отпуске, у него скоро защита. И еще там один мальчик. Лаборатория эпигеномных исследований. Это лаборатория, которая дает задания, разрабатывает, готовит проект продукта, обеспечивает его, так скажем, вот возможности технологические, масштабировать, документооборот, вопросы качества, повторяемости партий, серий, стабильности этих вопросов, ну, потому что можно один раз выпустить хорошо, да, а потом поменяется свойство этого, допустим, препарата, этого микробиота. В лаборатории биоинжиниринга, вот я говорил про методики. Ну вот сейчас Александр Николаевич вчера говорил, что масс-спектрометр мы приобретаем, стоит порядка 60 с лишним миллионов рублей. Это, ну, он достаточно быстро позволяет ускорить целый спектр точных химических экспертиз. Хроматограф купили, девочку вот буквально, ну, местная, наверное, работает, хороший хроматографист, который, ну, с прицелом, что она и будет развивать, возглавлять эту лабораторию, то есть я всякую двигаю в начальнике. Но кто-то пилить должен грушу и брать на себя ответственность, и этот процесс организовать, ну, потому что каждый день какие-то вопросы возникают. И вот сейчас она занимается анализом там аминокислотного состава в новых продуктах. То есть мы, ну, забегу чуть вперед, занимаясь вот темой ферментации белков, то есть биоактивными пептидами, там дипептидами, олигопептидами. Их нужно мерить, размер, массу, последовательность аминокислот и так далее. И помимо этого еще тысяча задач, которые нужно будет нам решать. И вчера там ребята подходили, мы говорили там про метаболиты, это все очень достаточно непросто и долго. Ну, вот я как пример вам приводил с университетскими, да, работами. Ну и, так скажем, вот такая структура, которая, это не значит, что это правильно или неправильно, никто не знает, как надо. Вот пока у нас так. Появятся люди, появятся возможности, и мы увидим завтра день более широко, будет как-то по-другому. Потому что мы все время находимся в движении. Ну вот инвестиции, которые мы произвели, они очень большие. При этом параллельно, вот Александр Николаевич говорил, и компания в Словении производства. Очень далеко мы там уже зашли. Вот, и там и на новой площадке в Томске построили еще один большой корпус, который под будущее развитие. Ну, то есть со стороны так посмотришь, вот Александр Николаевич выступал, там, да, думаю, что елки-палки. Вот. То, что касается сегодняшних, так скажем, тенденций, направлений в области микробиота, ее здоровья, нашего здоровья. Вот такая есть схема, которая показывает историю, начиная от открытия Мечникова и других, там, Эрлиха, Коха, появления знаний о патогенах, когда появились знания о том, что нужно микробы убивать, уничтожать, жить чистыми руками, полностью переходить, так скажем, на стерильный образ жизни, что, конечно же, неправильно. И вот академик Федоров, помните, да, окулист, он говорил, что вам нужно, чтобы попадала вам грязь в глаза, тогда вы будете здоровы, чтобы дети ели грязными руками. Ну, понятно, грязными руками в плане природы, да, вот, что мы живем в этом мире, который наша иммунная система, она тренируется, воспитывает, что микроорганизмы, которые попадают после родов к ребенку, являются той стартовой культурой, которая будет его на всю жизнь или на долгие годы. И примерно вот к трем вначале, потом действует еще к семи годам, когда формируется полностью иммунная система. А тут кесарево сечение, тут вот такие у нас роды. И сейчас
европейцы, американцы, они ввели обязательную процедуру обмазывать ребенка выделениями влагалищными. Вот после таких трудовспоможений заселить ребенка культурами, которые находятся в родовых путях женщин. Это очень важно. И именно эти культуры, и мама к этому готова, потому что у нее вырабатываются микроорганизмы и факторы питания для колонизации, вырабатываются иммуногенные факторы, которые содержат молоко, то, знаете, все лактоферин, там, да, вот в молозе, в колостриуме содержатся антигены, компоненты, которые защищают ребенка, потому что сейчас у него нет еще иммунитета, он открыт. И он проходит, изучает иммунитет, все время находится в контакте, в обучении. Но не в стерильных, если будут стерильные условия, будет всегда или аллергоз, или какие-то проблемы, потом в последующем обязательно. То есть он должен бегать, скакать, ну как в природе люди жили раньше. Так вот мы настроены на вот такой процесс. И эра пробиотиков, когда появились первые препараты, которые ну, в значительной мере улучшали ситуацию, вы знаете, бифидобактерины, бактисубтилы, ну, вот старые советские, допустим, препараты, которые выпускались там, в пенициллиновых флаконах, потом появилось, так скажем, более сложное, более обширное знание. Вот особенно, и это уже не в 60-е годы, а до сих пор идет изучение микробиома, что это такое, что является нормой, какие бактерии, потому что новые методы исследования позволяют не просто по высеву на среды каловых масс, потому что, чтобы выделить какую-то культуру, нужна специальная среда для нее. А посев, допустим, там, ну, мы видим лакто, бифидобактерии, и все, другие не вырастут. А их там порядка 10 тысяч видов. Их огромное количество. И методом научного тыка находят там новые виды бактерий, потом думают, полезны они, не полезны, потом оказываются не полезны, ну, потом расскажу про некоторые из них. А сколько их там находиться должно, а что они делают. И до сих пор этот процесс идет, потому что многие вещи просто неизвестны. Но это очень интересно, потому что идут споры, научные споры, а что является нормой, какие бактерии должны быть вот у человека. Ну, все знают лакто, бифидобактерии, все знают. Кто-то выделяет, говорит, что нет, у каждого только своя, все, нормы нет. Кто-то говорит, вот примерно 4 энтеротипа, кто-то говорит 3 энтеротипа, в зависимости от традиции питания, структуры питания, да, кто-то больше мясной пищи есть, как Европа, там, Соединенные Штаты Америки, как Япония, допустим, или где больше овощной, фруктовой пищи, или африканцы, или европейская диета. И вот, кстати, был интересный эксперимент, когда в Нью-Йорке в метро взяли смывы станции, где люди имеют большую проходимость. И вот где Чайна-таун, то есть микробиота жителей Чайна-тауна, их тип питания в метро соответствовало полностью этой микробиоте. А проехали дальше там, где Гарлем находится, где негры живут, питаются по-другому. Та же картина. То есть на протяжении одной кольцевой линии метро совершенно разные энтеротипы, которые говорят именно вот о культуре, о комфортности питания, ну, симбиоза определенного в нужное время, в нужном месте и так далее. Пробиотики, они сегодня ведутся споры, которые говорят, о, слушайте, а ведь это может быть опасной штукой. Почему? Потому что ведь это все равно микробы. И они могут попасть нам в кровь. Допустим, если проницаемость кишечного барьера повышено, есть воспаление, и те же бифидобактерии могут вызвать абсцесс головного мозга там, или какой-то инфекционный. Это уж, знаете, вот как, когда дохлая кляча, там, да, чахлая, еле стоит лошадь, на ней мухи уже летают. Да? Но есть, конечно, такие состояния крайнего истощения, когда там и крайнего голода, когда иммунный дефицит настолько выражен, что все, что угодно, может быть провокатором и патогеном, по сути дела.
То есть такие крайности. Хотя, с другой стороны, возьмите капусту квашеную. Что она себе представляет? Ферментированный продукт, в котором есть пропионокислые бактерии, там разные другие лактобактерии, которые мы съедаем, мы же их не убиваем. И продукты жизнедеятельности этих бактерий. Вот суперпродукт. И никаких абсцессов или еще чего-то. Или вино, или пиво, когда мы ферментируем. Это же тоже ферментированные продукты. Вот. Поэтому пробиотики – это очень важно. Почему? Потому что что посеешь, то и пожнешь. И несмотря на то, что мы их изучаем с разных, так скажем, позиций, и современные методы, которые позволяют кислотно-жировой состав определить, там 16 СРНК смотреть, мы раньше-то их смотрели кругленькая или длинненькая бактерия. Чтобы как-то их классифицировать, ну, помните, диплококки, да, значит, двойная будет, вот, гонококк – это диплококк. Или там спиралевидная формула, да, там, бледная трепанелла, или еще как-то. Как окрашивать пограмму. Пограмму – это способ, чтобы под микроскопом посмотреть, да, как впитывает краситель определенный тот или иной вид бактерий. Есть положительный, есть отрицательный. Которые не окрашиваются по грамму, отрицательные, они имеют более сложную оболочку. Там две оболочки. Одна внутренняя стоит из пептидогликанов, а наружная из полисахаридов, слизистый слой. И вот обычно вот эти бактерии трудно поддаются антибиотикотерапии, потому что мы не можем преодолеть, да, и добраться до самого микроорганизма, потому что он слизью защитил себя вот этой полисахаридной оболочкой. Поэтому и окраска не проникает туда вовнутрь, и мы видим или фиолетовую окраску, или красненькую окраску под микроскопом делим. Вот, поэтому пробиотики – это очень важно, потому что они являются основой и продуктов, которые мы хотим получить потом, или материала для работы с заданными свойствами, и даже один и тот же вид, одна и та же культура обладает совершенно разными свойствами и возможностями. С помощью одних мы можем, допустим, использовать как ферментерок в биоректорах, потому что они будут хорошо продуцировать нам определенные группы веществ. Если мы их правильно покормим, то они нам и произведут. Вот как корова, да, вот есть, тоже их пород много. Одни дают ведро молока, а другие ничего не дают. Или дают мало, но жирного молока. Это очень важно. И поэтому компания создает собственную библиотеку штаммов. Это очень важно, потому что самое ценное, самое цимус, самое главное, то, что мы стараемся сохранить при всех, это вот как раз маточные культуры. Потеряв ее, мы можем оказаться вот там опять на нуле, на стартапе, и снова до ладома, можно и не получить этот результат, как нельзя войти дважды в одну воду. Вот. Это очень важно, еще раз повторяю. У нас, допустим, более 100 штаммов, которые... Несколько штаммов бифидобактерий, бифидобифидум, рамнозус, лактобацилус, там, плантарум, разные штаммы. Одни выделены из грузного молока, другие выделены там, с овощных культур, с той же капусты, вот, или с других, допустим, Юго-Восточной Азии, эквол, ну, я не знаю. Как-то у нас был доклад, у вас был доклад замечательный, когда... Помнишь, мы конференцию проводили, прекрасная была конференция. Женщина говорит, я всю жизнь жила в деревне, у меня коровы. И всю жизнь я с этими коровами, как говорится, спала, ела в обнимку, как говорится, и молоко, и творог, и сыр, и каждый день два раза подоить. А потом случилась тяжелая патология. И женщина получала серьезный антибиотик. Был перитонит. Тяжелый перитонит. Она получала длительное лечение антибиотиками. И когда вышла к своему любимому молоку, а у нее лактозная непереносимость, то есть молочный сахар она не переносит. Это наследственная патология, энзимопатия. Но она спокойно компенсирует микрофлорой, в которой она жила, выросла, и лактобациллы, которые у нее жили там в кишечнике всю жизнь, до лечения антибиотиками, и знать не знала, что она молоко не переносит. То есть поменялась микрофлора, поменялись условия, и это все прекрасно компенсировалось, и таких случаев
Мы не знаем, потому что мы же не исследовали это все у каждого из нас. Вот. Но так в жизни, как правило, и бывает. Поэтому пробиотики – это культура, которая обладает совершенно различными свойствами и по синтезу, и по мощности, направленности действия. И они используются каждый для своей задачи. Вот. Особенностью является то, что однозначно мы говорим, что в кишечнике молока у нас нет, мы должны наши пробиотики выращивать на средах, которые соответствуют тем компонентам питания, а там вопрос только в еде. У них вообще головы ничего нет, они только едят и едят, и растут. Вот мы раз поели, у нас на 200 граммов бактерий стало больше. За один раз они моментально разрастаются. За часы. То есть, ну, между вот обедом и ужином у нас мы станем тяжелее за счет этой биомассы. И они уже включают свою ферментативную способность, кто вперед пожрет, сожрет. Вот как знаете, вот расталкивают друг друга плечами. И при этом эти смотрят, останутся мне объедки, там, ну, сопутствующие микрофлоры или там условно патогенные. И они организуют свои вот такие межвидовые сообщества, кто кого сегодня будет есть, каким закусывать. То есть это единый метаболический орган, одна система, которая настраивается каждый раз и говорит, смотри, слушай, чужак, будем мочить сейчас, он наш колбасу пришел есть. Вот. Это абсолютно так. Но в зависимости от того, что мы поели, и как мы едим, как часто и как долго живем на этом рационе, мы ее потихоньку сдвигаем, меняем, хотя костяк нормы у нас остается, если мы его оставляем, но она меняется. И если вы, допустим, перейдете на другой рацион, то где-то через полгода вы можете полностью ее поменять. Хотя иммуногенно она для нас и формировалась. Ну, вот, ребенок же не пьет водку там, и не ест, как взрослый. У него сложились отношения. Потом он пошел в институт, мамы нет, там друзья. Он начал нарушать, там, стал по-другому питаться. Там, студенческая еда, да. Приезжает дрыщ такой худой, там, ну или еще как-то вот, происходит, или наоборот. То есть потихоньку и несколько раз в жизни мы ее можем менять, ну, по нашему желанию или возможности. Но для этого нужно тоже создать определенные условия. Конечно, легко поменять, просто антибиотиков попить. Да. Микроорганизмы управляют нашим сознанием, поведением. Это однозначно. Я потом дальше буду говорить, но вот раз мы говорим про пробиотики, то, что когда вот всем известная страшная болезнь, водобоязнь или бешенство. И собака кусает хозяина, или кошка нападает на другого хищника больше, или ну, люди тоже, да, вот когда раньше есть в классике, в литературе описаны эти заболевания, когда человек на самом деле, вирусы, чтобы размножаться, заставляют наше поведение меняться таким образом, что мы будем передавать этот вирус, травмируя другого человека или другое животное. Это в мире очень широко. Так же, как вы знаете, знаменитый китайский грипп, который на личинках живет, да, этот кордицепс, который личинка его кормит, все, он вырастает, и потом ну, съедает, убивает. И она выполняет все для того, чтобы этот, так скажем, паразит хорошо развивался, заползет куда надо, все сделает. То есть она не подчиняется. Или, допустим, знаменитый вот токошек держит, да, заболевание, которое называется этот паразитоз, господи. Токсоплазмоз, да, кошачий токсоплазмоз. Вот. Вот есть очаг, вот циркулирует кошка, мышка. Надо вирусу, чтобы он не погибал. Значит, мышка становится безумно храброй, выходит, бьет кошке морду, кошка ее съедает, передает дальше. И вот этот очаг, то есть, и таких примеров огромное. Мы захотели, нет, не мы захотели есть, хотя недавно поели. Наша фермикута говорит, слушай, сахара мало, иди мясо ешь. И колбасы не забудь откусить. И человек идет к холодильнику. 100%.
То есть они управляют, мы говорили, что если у наших там 23 тысячи генов, то у них там 10 тысяч генов. И есть механизм, о котором позже я расскажу, который обеспечивает эти процессы. Поэтому, собственно, библиотека штамма, собственные, так скажем, уникальные культуры, которые позволяют заниматься не молоком, а другими направлениями биотехнологическими и готовить эффективные метаболиты. Еще одно очень важное и новое направление, помимо того, что мы их не на молочных средах выращиваем, мы их, не знаю, биотехнологи говорили, не, мы так не работаем. Ну, это же бифидобактерии, вот мы ее вырастили, вот у нас такой титр, значит, это хорошо. Вот у нас много красного кирпича, много белого кирпича, но нам-то дом нужен, а не кирпич. Это разные немножко вещи. Мы говорим, хорошо, а вот попадает эта наша безумная, хорошая бактерия в кишечную трубку, а ее там ждут? Это пришел сосед, он хороший, красивый, но он пришел есть нашу колбасу. Мы его не пустим. Мы сделаем все, чтобы ему было здесь нехорошо. Вот. Хотя он вроде друг, и, как Иван Никифорович поссорились, да, ну, мы его здесь, как говорится, причучим. А если придет весь подъезд, ну, скорее всего, мы сами оттуда убежим, скажем, да есть, что хотите, ладно, мы пошли. Да, и вот именно задача была, идея в том, чтобы мы, вот у нас есть там метафол-продукт, то есть мы выращиваем в реакторе сразу консорциум, который соответствует возрастной норме, допустим, взрослого человека или ребенка. Вот наш детский этот КИЦ, да, продукт. То есть есть особенности детского возраста. По составу. У ребятишек практически нет бифидум бактерий, а адолесцентис. У них бифидум бифидум, инфантис, бревис в определенном соотношении. И мы видим, как это соотношение меняется при различной патологии. И мы учитываем при структурировании этого консорциума, чтобы они соответствовали определенной пропорции между бифидолактобактериями и другими видами бактерий, которые мы можем добавлять в зависимости там, от транзиторных свойств, или там плантаром будет, который, ну, условно, они не пробиотики, потом поподробнее расскажу, но они нам совершенно необходимы. И регулировать еще и направление этого будущего продукта. И формируем консорциум, который уже начинает в реакторе, они же там уже живут, делятся, они уже делят эту жратву, уже распределяют обязанности. Ты дежурный по кухне, ты у нас защищаешь, ты там смотришь, чтобы сосед не пришел. То есть они уже начали работать как единый метаболический орган, что и требуется, и который мы контролируем, что они делают то, что нужно в этом реакторе. И потом, значит, мы эту культуру, а не то, что там взяли... Там, давайте возьмем цыганенка, этого китайчонка и в армию пошлем. Пусть они нас защищают. Ну, вот, случайно мы набрали каких-то, нет. То есть мы их подготовили, обеспечили пул, и они вошли в состав Panbiolac Kids. Но помимо этого еще вошли и другие продукты, о которых там позже будем говорить. Вот. Пребиотики – важнейшее направление, потому что такое пребиотики? Это их еда. Если не кормить, то, конечно, мы ничего не вырастим. И, по сути дела, когда мы кушаем, кормим наши микроорганизмы и создаем условия для того, чтобы они там были или нет, или как-то себя по-другому чувствовали. И вот эти продукты, которые комбинируются в 90-е годы, ну, может быть, да, симбиотики. И просто я смотрю, что я буду до вечера, но я ускоряюсь. И последний современный самый модный тренд – это метабиотики. Вот метабиотики – это как раз метаболиты тех или иных микроорганизмов. Но здесь вчера у нас был такой разговор с ребятами. Они говорят, вот метабиотики хорошо, а пребиотики – это плохо. Но без пробиотиков не будет метабиотиков. И тогда мы должны капусту вскипятить, убить там все и съесть, чтобы не дай бог. Чтобы не дай бог. Да мы... Мы открыты, наше кишечное микробное разнообразие есть способ выживания. Чем больше, чем обширнее и разнообразней, тем у нас лучше ферментативные условия, тем наша лучше иммунная система работает. Потому что ведь это не патогены на самом деле. Вот в чем там особенность? Вот забегу, потому что не знаю, как время идет.
Вот сегодня говорят о пребиотических вакцинах. То есть основой для современных вакцин могут быть метаболиты или вот культуральные жидкости, никаких там коков там или еще чего-то, а именно пребиотические. Почему? Потому что они изначально рационально мутагенны, потому что мы с ними развиваемся и знакомим нашу иммунную систему. Дело в том, что мурин, белок, из которого стоят оболочки, они являются как раз, он у других бактерий там есть, да, ну, с небольшими нюансами, он как раз является вот этим его кусочки тренажерами и ознакомителем наших Т-лимфоцитов, которые в кишечнике находятся. И вот эта тренировка, она полезна. Вот сейчас мы там дальше будем разрабатывать вакцину для носа, ну, условно, вакцину, там, средства, да, вот в условиях коронавируса. И этилизаты, эмулизы, которые мы брызгаем в горло. Это безопасный продукт, но он, тем не менее, напрягает наш иммунитет, заставляет его быть настороже и формировать вот определенную активность интерферонов там, и других защитных факторов местного иммунитета, и общий иммунитет тоже. И вот впервые сегодня, да, метабиотики, вот следующий этап развития. И вот, ну, вот здесь посмотрите, такая схемка интересная, тоже надолго. Я часть рассказал, вот перейдут к этому человеку, потому что про метабиотики заговорили. Это Борис Аркадьевич Шендеров. Он, к сожалению, скончался в этом году от ковида. Это наш ближайший друг, это наш соратник, это человек, который много раз был в компании ArtLife. Это человек с большой буквы, который говорил: мне ничего не надо, я старый, возьмите все, что у меня есть. Я помню, когда, помните, меня скрючило в Москве, я в номере, тут ребята меня доделали массаж там, и я курю, у меня в пальто, в трусах, ползком, потому что окно открыто, что вентиляция была. И Борис Аркадьевич два дня сидел у меня в номере, мы с ним обсуждали вот там разные интересные проекты и говорили: а давайте формировать ребенку просто, чтобы нормально, сильная, здоровая микрофлора попадала ребенку в кишечник и колонизировала. Там аппликаторы на бюстгальтер, там обрабатывать ореолы, значит, то есть ну, много идей, которые мы вместе обсуждали, и вот буквально не могли расстаться. И вот тема метабиотиков, и вот много, вот, кстати, у него последняя статья, которая вышла вот в этом году на английском языке, в цитируемых журналах, он мне, нам позвонил, прислал, еще она не была переведена, мы переводил, вот Роман переводил там из нее, вот. Сказал, что вот выходит книга. И он основоположник вот этого направления, вот этих подходов. И помните, мы говорили панбиотика, да, он хорошо к этой классификации относился. Я, вот, и, по сути дела, вот упорядочил вот эти термины, которые мы сегодня используем. Это принципиально новый подход в ликвидации дефицита хронического вот, в низкомолекулярных соединениях. И на сегодняшний день, на самом деле, формируется библиотека обширная. Там более 25 тысяч метаболитов. Но это все зарубежные исследования. У них есть банк, есть доступ к этим терабайтам информации. И многие ведущие центры как бы совместно сливают, как вот пчелы в улей мед несут, формируя вот понятие метаболома, тут норма, да, и что является, на что в первую очередь обращать внимание. Вот такие работы по метабиотикам, лечение рака ректосигмоидного, ну, толстой кишки, прямой кишки, с модуляции, с улучшением нормализации состава, других патологий, включая различные атипичные дерматиты, и так далее, и так далее, и так далее. У нас в России есть последователи, вот, Ордацкая Мария Дмитриевна, она профессор в Москве, работает. В Украине есть. Ну, то есть сейчас настолько много занимается изучением и проблематикой, вот, которую мы, что это очень приятно, и мы видим, что... Почему, помните, перерыв, я говорил, 2003 год, 2016. Ну или бред вопиющего в пустыне,
который что-то говорит, который, ну, не принято было этим заниматься. И, потому что это неправильно, надо было не так все делать. И сейчас все рвануло, потому что так, и мы оказываемся вот как бы впереди, и наши продукты, соответственно, тоже. И мы это мы видим по рынку и по нашим, скажем, успехам вот в плане развития уже готовых, так скажем, субстратов. Вот опять старое заблуждение или не заблуждение. Кстати, Лариса Ивановна здесь? Где? Ну, вот Лариса Ивановна, вот, хочу ей сказать спасибо. Потому что она многие вещи вот, как бы вот, поднимается одна. Почему? Потому что, ну, в голове-то много, а куда рынок двинется? Мы же не знаем, да, это нужно вот, это разные вещи, что называется. И Лариса Ивановна, я просто вспоминаю Ларису Ивановну, вот недавно. Она, давайте клетчатку от Андрея Алексеевича, она мне там в том году туда-сюда. Ну, она вот двигатель, она вот турбина, которую ракету толкает вперед без как это, ускорителя. А без этой турбины ракета бы летела, ну, медленнее гораздо. Вот, и за что я тебе хотел спасибо большое сказать, Лариса. Андрей Алексеевич, вам спасибо. Нет, я сейчас, Лариса, говорю, звони мне, потому что мне важно вот глаза, важны уши, важно вот человеческое слово, а тут мало ли что там мне дальше там приснится. Потому что вот последняя работа, говорит, знаете, интересный был эксперимент. Это касается, вот, мы говорим, чем мы должны кормить нашу микрофлору? Чем? Клетчаткой. Почему? Почему клетчатка? Ну, потому что эволюционный человек, как корова, пасся, он ел этой клетчатки огромное количество, разное. И вот эти отношения сложились за огромный период времени. Мамонта он убивал не каждый день. Его надо было сохранить чего-то куда-то. Вот посмотрите, интересно, сейчас много фильмов про племена, которые вот, это Дима, этот, как он, вокруг, да, Комаров. Он говорит, вот сидит там на дереве, сажал гречку, которую он угостил, говорит, о, счастливая песня. Вот, здесь у меня была каждый день, это гречка. Потому что они неделю ходили там под джунглям, не по сибирской тайге. Одну обезьяну убили, сами ее слопали. Домой ничего не принести, а тетки надолбили это хлебного дерева, там, корешков, и вот так они едят. Едят впруглость, живут впруглость. Отсюда аутофагии там, и так далее, все вот эти истории, и, как часто нужно кушать. И вот в Стэнфордском университете была проведена такая недавно работа интересная. Да, клетчатка полезна? Полезна, все знают, и все говорят про это, там, про отруби различные, там, виды клетчатки. Я говорю, давайте поедим, покормим. Набрали группу пациентов и давай кормить эти клетчатки. И несколько раз там берут исследование кала и на метаболиты, там 19 они воспалительных пептидов смотрели. Потому что здесь берется сразу же воспаление, да, вообще, повышение, так скажем, вот этих специфических. И оказывается, так, но не так. А другую кормили клетчаткой ферментированной. И у тех через 10 недель, ну вот общий эксперимент, поменялась микробиота, снизились все воспалительные факторы, прекрасное здоровье. А у первой группы ничего подобного. Клетчатка хорошо, но результат оказался другим. Потому что и некому было ферментировать. Они ходили, пукали, извините, они ходили там с раздраженным кишечником, у них там послабляющее действие было. Вот. И однозначно, что ферментированная пища, то есть это метаболиты как раз, или частично ферментированная клетчатка, в разы эффективней в коррекции, чем просто какие-то отруби там и так далее. Поэтому я почему говорю? Да потому что мы этим и занимаемся. Ну вот я говорил, да, вот бактерии в консорциуме являются пребиотиками друг друга. Когда мы создаем продукт, или там лизат, или там метафильтрат, или ультрафильтрат, то мы подбираем так, чтобы
один микроорганизм продуцировал то, что будет использоваться другим. И вот еще одна тема, допустим, интересная, там дальше слайд делал, про грибы. Потому что ферментированные, так скажем, полисахариды грибов являются сохранением полезных свойств, метаболитов, которые мы грибы вырастили, а потом посадили туда бифидокультуру, допустим. И они доедают, так скажем, уже используя вот остатки. Они, ну, что такое грибы? Во-первых, это хитин. Ну, вот у них вся эта оболочка, это полисахарид, пищевые волокна, ну, такие, которые мы не ферментируем. Слышали, да, слово хитин? Вот у крабов тоже хитин, там, насекомых различных. А микроорганизмы могут ферментировать, расщеплять на нужные нам кусочки. Получать совершенно другие продукты. Потому что на самом деле, помните, я вначале говорил, что мы не можем одну пищу ферментировать. Мы за нас сделают бактерии, и мы получим то, что нам нужно в субстрате, то, что мы легко потом усвоим с нужным вектором действия. Вот метабиотики, структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. То есть мы, когда клетку разрушаем и забираем все и белки, и полилипиды, которые были в структуре, а также все, что они производили в процессе жизнедеятельности. Вот наши препараты, которые содержат те или иные виды метабиотиков. А может быть, их больше. Вот я помню, вот раньше показывала, потому что ну, мечта-то она вперед бежит. Помните, у меня была таблица? Спор, диабет, там, атеросклероз. И все это мы выполним. И мы это уже по этой программе идем. Это наша глобальная программа. Но не все сразу, потому что мы изучаем, подбираем, вот, и производство еще подтягиваем. Вот я говорил, более 25 тысяч метаболитов сегодня известно. Вот этот слайд, ну, что-то вы знаете, что-то впервые, может быть, увидите. Одни из известных и изученных метаболитов являются вот короткоцепочные и среднецепочные жирные кислоты. К ним относятся пропионовая, масляная и уксусная кислота. Ну, есть еще там валериановая, изовалериановая, то есть, ну, это главнейшие кислоты, которые являются и наиболее изученной сегодня. И вот когда я говорил там про колоректальный рак, как раз масляная кислота использовалась в этой работе как средство для предотвращения этой патологии. Молочная кислота, муравьиная кислота, перекись водорода, специфические факторы, которые некоторые виды микроорганизмов умеют синтезировать, такие как болгарская палочка, знаете все, болгарикан, сильнейший антибиотик, сильнейший антисептик. Это, ну, 25 тысяч, можете представить, огромное количество промежуточных метаболитов или таких фокусных, центральных витаминов, вот, группы витаминов. Помните, я рассказывал про формы, допустим, витамина В3. Никотинамид он у нас есть и две формы, формы солей, ниацин. На самом деле мы используем другую форму, никотинамид рибозит, форма, к которой присоединен кусочек рибозы. Это минорный сахар. Эту процедуру делать могут бактерии, а другая форма нам не нужна. Но у нас из-под молотка только вот такие выходят, да, вот в промышленности химической. А тонкую настройку должна делать микробиота, потому что для этого нужны нам вот эти минорные сахара, которые, вот все знают, модный фукоидан, слышали там, да, гликомананы и рибоза. А рибоза, по сути дела, в каждой РНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, там обязательно рибоза, этот сахар есть. Откуда он возьмется? Да его бактерии произведут. И поэтому можно выпить кучу витаминов без всякого-всякого, если микробиота не умеет и не готова эту рибозу присоединять. А что такое витамин В3? Никотинамидинуклеотид. Это синтез НАДЭФ. Энергетический субстрат, который является ключевым в наших митохондриях и обеспечивает нашу всю жизнедеятельность. Важнейшие продукты.
Нейромедиаторы, бактерицины – это продукты, которые могут выделять бактерии, защищаясь друг от друга, там, или это кулаки, которыми говорят, сейчас тебе как дам по морде, не подходи близко к моей колбасе. И вот эти вещества выделяют многие, в том числе и наши пробиотики, и наши недруги тоже выделяют. И вот у кого? У кого сильнее? Разные токсины. Что могут делать метабиотики? Ну, мы говорили, влияет прямой на экспрессию, значит, работа генов, включение в работу. Их огромное количество, и наши гены подчиняются и начинают работать по тем командам, которые дают, по сути дела, микробы, то есть разные механизмы. Контролируют вот это сообщество. То есть вот эти вот броновские движения, кто кому там наподдает и как мы поели, в порядке приводит в сообщество. Так же, как и в нашем обществе, в человеческом. Не будет полиции, не будет скорой помощи, не будет там нацгвардии, не будет там регулировщиков. Но нас как-то все это в чувство приводит, и мы все разные. Одни там мечтают там, в магазин ювелирный залезть, что-то тиснуть, но не лезут. Другие там банк открыть там, или еще что-то. Ну вот все разные. И вот регуляторы, они являются друг на друга, и с помощью метабиотиков они договариваются и обеспечивают контроль. Это контроль чисто за счет ну, таких химических свойств, потому что там мозгов нет, понятно. Короткоцепочная жирная кислота, участвующая в углеводном липидном обмене. Дело в том, что вот эти жирные кислоты, продукты, метаболиты, это главная энергетика энтероцитов. То есть они питаются и живут за счет вот этих метаболитов, из которых они не из глюкозы нашей, которую мы съедаем, не из сахаров. И наши клетки – это поддержание всего углеводно-липидного обмена. И если в порядке все с короткоцепочными жирными кислотами, то у человека никогда не будет неправильного холестерина или триглицеридов низкой, очень низкой плотности. Мы спокойно можем обходиться без всяких сахаров, потому что вот эти продукты и обеспечат нам нужный пул, обеспечат и синтез гормонов, потому что в результате всех этих процессов у нас появится витамин D и половые гормоны. Это один вот метаболический процесс. То есть огромное количество, ну вот то, что компания наша производит, виды метабиотиков ArtLife, ультрализаты, то, что метафильтраты и название группа Б, полисахариды медицинских грибов, пептиды напрального действия, олигопептаны металлакт. Вы про это не слышали, я, наверное, потом расскажу. Вот метаболические пептиды овса и двойной ферментации. Ну, Виталий Тефут, видите, вот продукт, который разрабатывается и появится у нас потом на рынке, он содержит специфический, ферментированный, это не белок. Чтобы белок-то усвоить, нужно еще постараться его проживать, проферментировать, расщепить до нужного состояния и только потом усвоить. Это не всегда получается. При этом, чтобы усвоить этот белок, нужно столько же энергии потратить, сколько он себе несет при благоприятных условиях. Вот. Ферментированные овощи и клетчатка, вот о чем я вам говорил немножко. Потому что совершенно другие свойства этих продуктов. У ферментированных, нужным образом, и эти ферментированные продукты вы уже начинаете видеть в наших новых препаратах. Отсюда совершенно другую эффективность этих продуктов, потому что это управляемые процессы. Метаколлаген. Ну, коллаген все знают, вы им пользуетесь, у нас есть несколько продуктов с коллагеном. А этот продукт имеет более тонкую структуру, более, так скажем, мелкие белковые частицы и более эффективный.
Вот такие метаболиты, которые действуют на нашу центральную нервную систему. Посмотрите, серотонин – это один из главнейших нейромедиаторов, и 90% его производит микробиота. И не заниматься психобиотиками и препаратами, которые там альдеприм говорили вчера, еще что-то, просто грех. Потому что не нужен нам, условно, пиримидон или транквилизатор, или еще какие-то. Давайте попытаться восстанавливать наше психическое здоровье через нормальные процессы, которые заложены эволюционно в природе, и абсолютно безопасно. Это совершенно другое качество жизни. Совершенно другие возможности. И вот здесь вот, просто я не знаю, сколько времени, вот есть такой, вот есть врачебный подход, да? Когда, ну, в таком смысле, не в хорошем, а в не очень хорошем смысле. У тебя понос? Да. Таблетка от поноса. Помогло? Помогло. Иди домой. Через день опять приходит. У тебя опять понос? Таблетка от поноса. Помогло? Помогло. Доктор, сделай, чтобы у меня поноса не было. Не, я доктор, я лечить должен. Так вот, используя, допустим, только метабиотики, при конкретной нозологии, вот мы разрабатывали, и, вот, точнее, участвовали, производим там некоторые продукты, которые используются в медицине. Да, вот назначение, ну, как фармпрепараты, да, вот препарат, все, помогло, до свидос. А мы-то хотим сделать, чтобы человек не попал дальше в эту ситуацию снова. Чтобы мы не только костыль ему все время давали, но давайте ему сформируем микробиоту, который не будет этот препарат требовать. Но пока это происходит, давайте его поддержим этим продуктом. И поможем кормить ее таким образом, чтобы нужные штаммы появлялись, потому что человек всю жизнь жил на кока-коле, там, колбасе, селедке, я не знаю, там, чего. Вот. И не мог, они же ушли, потому что там не с голоду просто сдохли. Нормальные микробиоты, потому что полечили антибиотиками, потому что занимались там какими-то вредными производствами, там вчера вот говорили про многие факторы. Ну, они ушли, а мы их не кормим. Там на самом деле все просто. Ну, не стали кормить, они ушли. Иди опять с таблеткой от поноса. И вот так бесконечно. А мы хотим, чтобы именно наша микрофлора соответствовала тем эволюционным стандартам и сегодняшнему адаптации, вот сегодняшнему жизненному, да, вот, пространству. Понятно, может быть, это сверхзадача, но мы к этому идем, и наши продукты, они имеют такого толка. Поэтому посмотрите, вот сколько известных нейромедиаторов, которые занимаются наши доблестные микроорганизмы и управляют нашим сознанием. Я еще раз подчеркну. Если будут фермикуты, они скажут, иди за мясом, иди за салом, за сахаром скорее. Вот. Вот, посмотрите, различные вот, жирные кислоты, которые являются одними из важнейших, уксусные я уже назвал. Но самое интересное, что они должны быть в определенном соотношении. У нас как дефицит плохо, так и излишек плохо. Это закон жизни любому, так скажем, сообществе или сильно хорошо, не всегда сильно хорошо или хорошо. Именно вот такая концентрация должна быть. И этот продукт, эта концентрация, она регулируемая. Существует целый механизм поддержания этого гомеостаза. И сегодняшняя работа, говорят, да, определяя в кале количество того же бутирата, там можно говорить о каких-то метаболических нарушениях и пути его исправления. Заболевания. Тоже сахарный диабет, если сделаете, будет там картина другая, ненормальная. Поэтому, ну, примерно 3-1-1, вот такой статус, если, ну, там, округлить, да, получается 3-1-1. В основном, вот этот важнейший субстрат продуцирует вот такие микроорганизмы, которые, ну, как бы, звучат немножко грозно. Кластридиум, бактерии, бутербактерии,
Вот Розыбурье. И понятно, что это такие, знаете, цыганята, которые живут в сообществе, да, они что-то делают, но если что, они тут же, это самое, как говорится, тебя подставят. И будет вспышка. Как только свои из города уйдут или там какие-то проблемы возникнут. Поэтому, понятно, мы не можем на них надеяться, чтобы восполнить наши бутератные, так скажем, дела, улучшить. И заселять там вот такими культурами. Они сами придут, потому что они вездесущие, не упустят момента подлезть, если там что-то не в порядке будет. Они там появятся. Но, к сожалению, так условно, что хорошие, они ну, более нежные, за ними нужно вот тщательно, ну, как за всем хорошим, ломать не строй, что называется. Вот такие функции, ну, я просто слайд такой включил, да, очень важнейшие свойства вот бутерата, и сердечно-сосудистая патология, и диабет, и канцерогенез, и даже социальный запах. Когда нам хочется с человеком общаться, а человек здоровый, красивый, хотя бутерат – это немножко неприятный запах, но в небольшом количестве он сексуален. И вот здоровый человек, он, наше вот обоняние, как феромоны, определяет вот, отношения. Это на самом деле такой факт. Избыточная масса тела, память, настроение, то есть токсины различные, алконарко и так далее. Болезнь Альцгеймера. Ну, потому что это главная еда и такая энергетическая валюта, разменная монета во многих, так скажем, вот, процессах в нашем организме. И вот опять я возвращаюсь к пропионокислым бактериям, к моим любимейшим, которые, оказывается, тоже могут не только пропионат, но и регулировать количество бутерата. То есть они, как те стрелочники, могут нам в этом помочь очень эффективно. И это та микрофлора, которая нам эволюционно нужна, необходима. У нее сумасшедшая длинная история. Пропионокислым бактериям, они появились, когда еще кислорода на планете не было. Они немножко могут и дышать, а могут бескислородным путем, так скажем, получать энергию. И они появились несколько миллиардов лет на планете. Одни из первых. И они открыли вот этот метаболический путь, когда мы получаем так называемую бескислородную энергию. НАДЭФ, никотинамид, динуклеотид. И они могут, и они главные продуценты витаминов группы В. Они очень хорошо умеют хелатировать различные формы ионов. Они могут вырабатывать не только пропионат, но и бутерат, вот, и регулировать, так скажем, вот, как дирижер процессами баланса микробиота в нашем организме. И ферментные свойства, свойства иммуногенные, антисептические свойства, которые могут контролировать при этом только патогены. На дружественную микрофлору она вообще интактна к этим пропионоцином, так называемыми активными соединениями, ну, антибактериальной природы, или по свойствам, не по составу, а по свойствам. Вот. Пропионобактерии к нам, они не относились раньше к пробиотикам, они, по сути дела, транзиторные ребята. То есть им не обязательно жить у нас в кишечнике, потому что так природа создала, что человек, занимаясь своим питанием, собирая всякую падаль там и так далее, он их подселяет регулярно, они там обновляются, вышли, делают свою работу, потому что, ну, собрал ты падаль, там, грушу там какую-нибудь, не знаю, арбузы там поел или еще что, корешки, ты получаешь достаточно количества, и у них нет надобности там существовать. Они сверху, но их сегодня называют пребиотиками, живыми пребиотиками. Мне клетчатка, ничего там, является бактериями, пребиотиками. И вот эти свойства, они недооценены. Мы их сейчас очень широко используем, они у нас синтезируют. Вот дальше вы посмотрите в наших продуктах, где мы органическую форму группы В, вот о чем я рассказывал, про В12 мне найти надо, да? А сколько? А потому что там разные метаболиты В12. Там не одна таблетка. И мне говорят, ну давайте мы цианистый калий купим, переведем в форму
цианидов и будем потом мерить. Я говорю, ну вы все тут лизнете и умрете. Страшнейший яд. Просто мы не можем с ними работать. То есть там другие должны быть пути. И то, что апропиоселен, селен, который мы тоже запустили, мы получили в форме селенцистеина и других метаболит, связанных с селенметионин, селенцистеин. Это связанные с пептидами этих микроорганизмов, которые в значимом количестве содержатся в наших новых субстанциях. У нас их несколько штаммов. У нас 3 или 4 разных штамма пропионной кислой бактерий, которые могут выполнять разные задачи. И обязательно нам надо их использовать. Потому что мы так с вами падалицу-то не едим теперь, не собираем. Нам надо каждый день их принимать. И детям. Очень много работ сегодня по именно состоянию иммунной системы. Вот этих диатезов, аллергий. Просто нужно, чтобы они там были, попадали, находились, и дирижировали, и находили. Ну, понимаете, это очень сложная, так скажем, система эволюционно сложившаяся, которая не могут на одной, дайте бифидобактерии, пусть у него там самое, будет все хорошо. Дайте этому Коновалу диплом Фершела. Помните, вот Чапаев там говорит, когда они там освободили деревню. Тонкие, конечно, там достаточно много маневра есть, процессы, которые создала природа. И они сегодня, я говорил, каждый день они немножко другие, они меняются к сегодняшнему нашему. В Сибири я живу, или в Москве, да, или китаец я, или японец. И что я вчера ел, какими палочками там, или эти пельмени с сырниками в Беларуси, или драники там вкусные. Мочанка, я помню, до сих пор, как увижу, мне хочется это есть. И вот посмотрите те продукты, в которых мы обязательно включаем вот эти метаболиты пропионокислых бактерий. Конечно, трудно всем объяснить вот, при продаже. Нужно, я вот не знаю, здесь уже искусство Ларисы Мошкиной. Это так, у меня был один дистрибьютор, он в автобус садил и говорил, а что ты желтый-то весь? Слушай, через неделю ты помрешь? Ну, я тебя сейчас спасу, пойдем. Вылезем на остановке. И тут же продавал. И мужу там машину через неделю купил. То есть, Томск, она просто запугала своими такими вот агрессивными продажами. Вот. То есть, так же, как, наверное, здесь два процесса. С одной стороны, мы идем впереди паровоза, с другой стороны, общество готово. Ну, сейчас омега-3, наверное, все знают, как это хорошо. Ну, где же у вас там, какие у вас там жир-то, из чего? Ну, а 10 лет назад, вы наши старожилы, да? Сколько надо было усилий, чтобы... Да ты пойми, что даже врачам объяснить, что такое омега-3, так это... Ну, сейчас все равно вот, или там, что смотрят, ой, на герпе там что-то, наверное, более желтая баночка там или еще что-то. Как-то вот... А сколько у тебя килограмм селена в таблетке? О, у меня больше. То есть, ну, там... Вот такие метаболиты, которые, на наш взгляд, являются очень перспективны и значимы, это на основе бацилли субтилис. Это бацилла, которая сопровождает человека всю его историю. Она живет рядом с нами, сенная палочка, все знают ее, да? И она имеет быть место в наших продуктах, но не в живом виде, а в виде вот таких метаболитов и выделенных продуктов, которые вот здесь на экране представлены. Это бактериоцины, каталазы, различные ферменты, жирные кислоты, специфические факторы. Вот можете посмотреть различные специфические бицилин, абутин, интурин, субтилин и так далее. То есть это чем она богата в виде способа выживания. И при этом наши исследования показывают, на нашу нормофлору она не действует. То есть нет конкуренции за еду, нет каких-то конфликтов, она спокойна. Ну, спи на сене, как Федоров говорил, там ешь сено. Рожай на сене, голову мой сеном, отварами. Используй, потому что мы дети природы, мы всю жизнь с ней жили.
в нашем быту, в хозяйстве, а не с помощью вот, там, ковров, химии, там, синтетики и так далее. Вот я сам, когда держал отару баранов, неинтересно было, да, делаешь отвар, пропоил, понос, теленка там или просто нет. Потому что сильнейшие антибактериальные средства. И эти продукты, они вошли, вот и Вектор Томский занимается, в Новосибирске, именно вот, и Витома сейчас, у них свои штаммы очень хорошие, они альфа-2 интерферон, там человеческая плазмида есть, которая повышает иммуногенность, у них покупают вот в эпидемию ковида Эмираты там на огромную, ну, как средство для активной иммуногенной защиты, иммуногенеза. И там есть внос, как, ну, не для носа, я забыл, как называется, називит. А? Ноздрин, да, есть такой препарат, поэтому это хорошо. Вот, вы знаете, что мы тоже используем широко в энзимогалакте, в сорбиотике, в полицитразине, пробиоксы, косметики, вот у нас там новые продукты, которые у вас к Новому году будут. Да, будут. Сейчас мы тоже, дальше расскажу, разрабатываем спрей для носа назальный. Ну, попозже познакомлю. Вот такие свойства, которые мы... Идея была в чем, что на самом деле сильнейший конкурент, сильнейший антибактериальный и противогрибковый, так скажем, продукт, именно субтизин, потому что они, у нас три штамма используются осиной палочки, которые имеют разные свойства. Одни лучше там против грибов работают, другие против там одних видов микроорганизмов, другие против третьих. И они образуют вот эти фильтраты, ну, так скажем, такой объединенный продукт. И субтизин непосредственно находится на цеолите, на сорбенте определенном, который имеет тропность, чтобы то, что побежденных, складывать в ящики на цеолит, как говорится. Чтобы они не проникали к нам в организм или еще чего-то. То есть мы их тоже абсорбируем. То есть площадка для баталии является сорбент с определенными свойствами. И это значительно улучшает, ну, картину вот использования так, подобных продуктов. Вот такие, значит, тенденции или направления в области метабиотиков современных. Это модуляция кворума, ну, то, о чем я рассказывал, да, содружество управления. Вот, влияние стабильности, управление геномом, микробиомом, психический статус, эпигенобиотики, энергобиотики, информобиотики, все это биотики, это все метаболиты, которые будут адресно влиять при каких-то срывах, и мы можем ими поддерживать, управлять и компенсировать какие-то. Но при условии, конечно, мы должны формировать нормальные взаимоотношения, соответственно, воздуху, допустим, для пожилых людей, там, у них своя микробиота, и это очень важно. И мы можем, так скажем, модулировать именно норму, которая бы обеспечила человеку более комфортное пищеварение своими энзимными, так скажем, особенностями уже, ну, вот, там, в 90 лет, там, или в 100 лет, или в 60 лет, и компенсируя дефициты, улучшают метаболизм в целом. Вот пищевые волокна. Почему я Ларису Ивановну благодарил? Потому что вот эту тему, мы к ней подходим, но постоянно вот нужно ее прорабатывать, потому что очень разнообразная картина вот в области пищевых волокон, которые сегодня есть, вы знаете, пектины, инулины, хитозаны, полулан. Это тоже пищевые волокна, полученные из определенных видов грибов, которые мы используем, не пропускают кислород. Настолько пленка, да, она защищает от атомарного кислорода, то есть настолько она плотная. Гемицеллюлоза, пектины, камеди, моносахары, антиоксиданты различные, насыщенные жирные кислоты, лецитин, лизоцин, лактоферин. Это все факторы для питания нашей нормофлоры. Не только клетчатка.
И, конечно, здесь тоже не все. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша микрофлора хорошо развивалась и заселялась, мы должны обеспечить серьезной такой программой. При этом я хочу показать, что каждый вид и микроорганизм любит свое. Так же, как мы с вами, или китайцы любят свое. У них есть пищевые предпочтения, они связаны с особенностью ферментирования. Есть у них эти энзимы или нет. Есть ли способ? Но за счет вот этого, если бы они ели все одно, они бы друг друга убили. А в консорциуме они живут, потому что они вот немножко по-другому, и каждому вроде хватает, а это доедает, что за этим. Понимаете, да? Поэтому вот содружество метаболическое в нашей кишечной трубке. Вот они так по такому принципу, пока какой-нибудь туда не ворвется и не объест их, да, там какой-нибудь паразит. Вот и посмотрите, вот мы отношение к разным полисахаридам исследовали, как микроорганизмы из нашей серии, из наших штаммов умеют ферментировать и с какой эффективностью. Вот фукоиданы, полисахариды конжак, гуаровый камень, трошковое дерево, это вот гумиарабик, там фукус, ну практически все, что в нашем арсенале было. И мы смотрели, вот видите, где крестик есть, где крестик нет, где крестик есть, где крестик нет. То есть это не просто так, что-то какую-то клетчатку, а именно это все должно соответствовать составу, что мы хотим, и задача. И обеспечить именно будущий продукт для целей мной объявленных, да, для того, чтобы кормить нашу микрофлору, чтобы компенсировать наши дефициты по дефициту клетчатки продуктом, который был бы гармоничен и обеспечивал нормальную вот, еду для. И при этом ферментированные продукты, дальше вот вы посмотрите. Ну вот такой слайд ставил про кинеманцию муцефила. Это бактерии, которые дважды открыли ее в начале там, в 2003 году примерно. Ну открыли, что это такое, мы не знаем. Потом через несколько лет вернулись, стали снова смотреть. Оказывается, это супербактерия. Это супербактерия, единственная в своем роде, почему-то мы на нее акцентируем внимание. Потому что она живет в нашем кишечнике на первом этаже. Она регулирует толщину мукозного слоя. Говорит, у нас в кишечнике, да, вы знаете, вырабатывается собственный полисахарид, муцин, слизь, который, с одной стороны, это барьерная пленка, не пускает туда, с другой стороны, она из организма вытаскивает то, что не нужно. И, с другой стороны, иногда пропускает то, что нужно. То есть это сложно. И вот это акермансия муцинефила, потому что она любит муцин, и живет в этом этаже. Она питается нашим муцином, регулирует его толщину, частоту и потоки вот эти. Потому что она не умеет продуцировать такую аминокислоту трианин, которая содержится в муцине, она не умеет ее продуцировать, поэтому вынуждена так одноедом быть и питаться только вот этим муцином. И при этом она регулирует, оказывается, вот, и уровень кишечного воспаления, сейчас работы ведутся, и наш объем живота, липидный обмен, она удел худых людей, если ее там достаточное количество. При этом норма ее более 1%, 1%. В детстве она заселяется с молоком матери, передается. А дальше наша задача ее выжить или сохранить. Не поменять так тип питания, чтобы она от нас не сбежала. В принципе, она и у животных вот различных есть, особо там по штаммам их не разделяют. То есть можно там и чужую бактерию посадить, как говорится. Она малоиммуногенна, но тем не менее ее трудно выращивать, потому что она не выносит кислород. Небольшое количество, помните, про Павлуан говорил. Я почему говорю, потому что мы сейчас ждем, я из Германии выписал штамм, он где-то едет. Может, приехал уже там, его на контроле находится. Хотя ее еще у нас в России не отнесли к пребиотическим штаммам. Но продукты жизнедеятельности мы бы хотели иметь. Вот. Ну, закон все равно поменяется, там и живая будет нужна, но метаболита или использовать
очищенные, да, мы выделяем некоторые культуры. Ну, вы же не знаете, из какой кожи у вас сапоги, там, как звали эту поросенку, да, есть уже кожа. Там со свойствами, там какая-то кожа бархатная, там, или шагреневая, или еще там какие виды кожи бывают. Так и здесь. То есть мы, ну, вот такой штамм мы заказали, и он очень важен, потому что сегодня очень много работы именно посвящено, что эта бактерия должна быть, и чем ее больше, тем лучше. Ну, она же нам дает метаболиту, да, регулирует. И что интересно, она очень любит бруснику, клюкву, полифенолы. Это тоже пребиотики. Нет, надо ее в кишечнике искать, конечно, у человека, да. Но нет, нужно специальные среды. Вот, она очень нежная. Нужно специальные условия, чтобы ее раскультивировать, и размножить и вырастить. И вот мы подошли к продукту, который сейчас вот мы работаем согласно. Это вот кормежка для такая супереда для микроорганизмов, для полноценного микробиома, где будут находиться различные виды. Ну вот такой слайд, да, что нужно вот, есть норма сегодня, да, примерно 25, но в Европе 30 грамм это минимальное количество клетчатки. Вот перевести тут 4 килограмма огурцов, 3 килограмма капусты в день, а у детей чуть меньше, ну 15. Средняя норма у нас 10-15 съедает, очень мало. Поэтому, ну ничего, если они не растут, у нас у всех дефициты. Вот, а чтобы их нарастить, нужно, ну, хотя бы там 8 яблок там съесть или еще что-то. Вот. Раньше капусту посолили. Там клюкву наморозили, картофель содержит. Ну, вот примерно сейчас есть такие рекомендации, там 200 грамм картофеля, 250 грамм отрубного хлеба, грубого помола, который содержит достаточно клетчатки. Овощи примерно тоже 250 грамм, там фрукты, ну, наверное, не очень сладкие, примерно тоже. Вот рацион такой, который в среднем как-то может компенсировать. Ну, типа пищевых волокон, которые микроорганизмы тоже могут с трудом переваривать, ферментировать. Почему мы их загоняем в реактор? Они делятся, это не мы. То есть мы их вообще, вот эти пребиотические волокна, мы их не перевариваем сами. Их может переварить наша микробиота. И, ну и там они делятся на ферментируемые, которые нам может, ну, допустим, инулин какой-то, слопать с удовольствием весь. Или чуть-чуть ферментирования, такие как вот целлюлоза, гемицеллюлоза, и не ферментирование. Ну, лигнин – это грубая клетчатка, ну, древесина практически, да, вот, которая составляет. Но это тоже полезные вещи. Их достаточно много, пищевых волокон видов. Вот отношение, допустим, влияние типов пищевых волокон на экспрессию наших генов. Ну, видите, зелененькое и красненькое. Ну, это не хорошо, не плохо, это просто, чтобы было видно. И ин – это инулин, это гумиарабики вторая, полисахариды, фрукты олигосахара, эрейс – это неферментируемые крахмалы. Ну, то есть не все крахмалы мы перевариваем, и есть крахмалы, которые мы не можем расщеплять с помощью наших энзимов. Но если вот посмотрите рецептуру, да, которые камети, слизи, водоросли, хлорелла, спирулина, фрукты, псилиум. Ну, помните, псилиум, наверное, все знают, подорожник слизи, который, семена, подорожник блошный, галактоманана, глюкоманана, ягоды, грибы, хидозан, клетчатка, различные виды. При этом, если говорю, и ферментированные нами, и не ферментированные, то есть процессы, которые мы... Я наткнулся на то, что можно недорого покупать, когда сбор урожая идет, пюре. Брокколи, тыква, то есть лук-пари, пашот, кабачковое пюре, свекольное, морковь.
И все это дело можно, как говорится, вот переводить. То есть это как измельченный, да, и стерилизованный продукт, который можно быть сырьем для наших процессов, очень интересным. И мы это все дело используем. И это, видите, вот в последних продуктах вот эти овощи и фрукты ферментированы, они как раз потому что сырье. Но иногда бывает, а кабачок кончился, ждите следующего года. Ну, вот сезонность такая есть. Это вопросы планирования. Ну, то есть разнообразные виды клетчатки, которые будут обеспечивать питанием норма биоту нашу. Ну, показания это просто, чтобы жить. Можно их здесь не читать. Ну, а? Тань, ну это, наверное, на следующий год. Потому что очень много работы вот исследовательской, да, и изучения вот всех этих вот метаболитов. Вот сейчас, вот тоже интересно, у нас работы ведутся активно, это по ферментации белков, пептидов. Именно получение метаболитов или метаболических корректоров через, из обычных пищевых продуктов, опять же. Потому что мы с вами живем и сами все синтезируем не с каких там космических этих, из обычной еды, все биорегуляторы. Вот мы попытались это делать в реакторе для того, чтобы улучшить. Ну вот здесь коротко, что такое белки, это и гормоны, и ферменты, и антитела, это все белковое существование. Вот. И вот если посмотреть, что белки это крупные молекулы, мы их можем расщеплять в нашем организме до олигопептидов, полипептидов, потом D3-пептиды, и потом уже аминокислоты, из аминокислот собственный белок обратный, который уже наш белок, и мы на него как не иммуногенны. Вот, поэтому мы наткнулись на работу и на моей тещи Татьяны Васильевны, которая говорила, вот кусочек сыра на ночь и спокойно спишь. И вот, когда стал изучать этот интересный вопрос, оказывается, в сырах содержатся лакты и казокинины, то есть продукты, которые имеют тропность к нашей брадикининовой системе. Брадикининовая система – это система антагонистическая для противодействия или выравнивания сигнала с ангиотензин, превращающая ангиоренин системы. Ренин-ангиотензин, уже заболтался система. Это регуляция сосудистого тонуса, да? И врачи знают, что есть ангиотензиноген 1, там 2, и идет ферментация, и потом, когда сигнал прошел, у нас повысится сосудистый тонус. То есть мы раз среагировали. Антагонистом является система брадикинина, которая разрушила этот сигнал и абсолютно уравновесила, в зависимости от ситуации, эту проблему. Она работает, система брадикинина, через оксиды азота. Есть такой энзим синтаза, фермент, который из аргинина, у нас был такой продукт, мы разрабатывали давно, вы, наверное, помните, но не буду сейчас про него говорить, мы там романтическое вино, потому что, ну, вот, Виагра тоже делает то же самое, да, повышая потенцию, увеличивая количество оксида азота. И это сильнейший, это единственный регулятор, который вызывает расслабление сосудов, брадикининовой системы. Запускает сигнал, и этот процесс происходит через эту короткую систему. И для того, чтобы регулировать, мы, наша фармпромышленность выпускает препараты, которые блокируют ангиотензин, превращающий фермент, это целая группа, это каптоприл, анаприл, там, инап, капотен, там, это все. И для гипертоников, ну, снижает напряжение, тонус сосудов. А можно это делать едой. И мы пытаемся доказать и доказываем. Почему? Потому что эти белки мы сами себе готовим. Мы же управляем этой системой, у кого нет гипертонии. Откуда мы их берем? Нам же никто не дает таблетки. То есть это естественный механизм, который почему-то нарушен. Или китайцев много, или патронов мало. Что происходит?
или гиперстресс и постоянное, скажем, воздействие, или здесь отстает наша система, то есть тут какой-то баланс нарушился, да? А может быть, у нас энзимы, или мы не так питаемся, что мы не можем эти кининовую систему подпитывать почему-то. И вынуждены жить в перекосном состоянии, себя довели до того, что у нас 200 – это нормальное давление. И вот лактобациллы рода Helvetius, допустим, которые используются в сыроделении, они как раз и могут резать из молока, сывочных белков, казеин, белок молока, определенные пептиды, которые и относятся к лакте брадикинину. У них определенная аминокислотная последовательность. Обязательно должен быть пролин, изолейцин, лейцин. Там могут хвосты разные быть, но вот пролин – это гидрофобная аминокислота, которая обязательно должна быть в этом биорегуляторе. Вот. И мы получили, достаточно долго вели эту работу, получили, значит, разные штаммы, исследовали Lactobacillus helveticus. Он используется в сыроделении. Ну, как сыры делают. Вначале обязательно нужно воздействовать сычужным или пепсинами, ну, для того, чтобы первичную ферментацию провести. А потом уже добивать до нужного нам субстрата с нужным размером молекулы и последовательность аминокислот уже делать Lactobacillus helveticus. Мы получили продукт, провели доклинику, которая по эффективности не уступает ЭНАПу. У нас они в моделях было, в эксперименте, каптоприл и ЭНАП, ну, ЭНАПрил так называемый. Рассчитанные дозы. Ну, интересно же, интересно. Ну, логика простая. Мы же из-за еды это все получаем. Ну, найдите, почему вы перестали. Почему мы уходим из ситуации? Зачем нам? Давайте через еду и управлять, разбираться с этой проблемой. И таким образом вот это направление у нас активно развивается. Мы получили вот такой еще один пептид, олигопептан, тоже из молочного белка. Кстати, можно получать из растительных белков, из мяса. Там будут немножко другие хвосты, но пролин будет. И, в принципе, какими ферментами будем резать? И на какие кусочки. Вот. Продукт, который мы сейчас вот его вводим в JohnFlex, в наши другие препараты, он показал сильнейшую противовоспалительную активность. То есть он модулирует интерлейкины или инактивирует, в частности, вот, интерлейкин-10, там, и снижает уровень воспаления. Вот на моделях мы испытывали на мышах стандартные, так скажем, модели, когда мы искусственно вызываем воспаление. Для сравнения использовали Терафлекс Адванс, ибупрофен. Вот. Это стрелка, да. Ну, интактный контроль, там ничего, просто накормили, напоили. Вот, используя хондроитин-глюкозамин. И вот цифры угнетения отека. Ибупрофен 39,2. Остеол, который мы раньше включали, французский комплекс 25,8. В содружестве с аминогликанами 27,8. И 36,8 наша молекула. Сравните цифры с ибупрофеном. Ибупрофен – это стандарт, очень высокая. При этом там механизм действия другой, конечно. И он не оказывает угнетение там дисатураз, который вот нестероидное противовоспалительное средство. И поэтому он абсолютно безопасен, потому что если он не нужен, он не будет. То есть, ну, съел да съел. Потому что это пищевой продукт, по сути дела. И так устроена природа. Мы для этого едим. Не то, чтобы нам вкусно было. Мы как раз, вот я показываю на этих примерах, что вся биохимия, она из еды нашей, из процессов, которые потом дальше эту еду продвигают, ну, по эшелонам, по интересам, так скажем, вот от нейро там. Вот.
Ну, вот такой продукт, о котором мы говорили вчера, я просто подчеркну несколько его особенностей. То есть это совершенно новый будет продукт. Продукт, который уникален во всем. Почему? Потому что, во-первых, это не то, что там источник белка, это источник пептидов. Там дважды ферментированные белки, овса, там, пшеницы, которые уже не относятся к классу белка, а относятся к классу олигопептидов. И у них совершенно другая пищевая ценность и возможность. Вообще этот продукт, вот такая его конструкция, и пищевые волокна, ультрализаты, микроорганизмы, олигопептиды, разные свойства продукта, но его нацеленность корректирует наш метаболизм в течение дня, потому что мы не можем человеку сказать: слушай, не ходи в магазин, не ешь то. Все равно это все будет продолжаться. Но давайте хотя бы одну порцию заменим на хороший, грамотный продукт, который будет лишать нас возможности разрушать самих себя. То есть, в первую очередь, это коррекция углеводного и жирового обмена. Этот продукт поддерживает белковый обмен, липидный, баланс микрофлоры, иммуногенез. Короткая, среднекороткая, 7 грамм жирных кислот. Он достаточно низкокалорийен. Белка в нем достаточно. Ну, норма 60-70 грамм. Но мы же не только им питаться, но съешь там еще кусок котлет или курицы. Там. Вот. Ну, я утрирую, но тем не менее. Вот, углеводный обмен маноза, рибоза, аминоны, сахара, горчичная камбоджа, камбоджийская, ну, знаете, да, не буду про нее рассказывать. Гидроксицентрат, полутиноза, желчегонные свойства. У нас, вот, для пептида овса, риса, гидролизат разных видов, сливочные белки, ферментированные дрожжевые белки, это уже не дрожжи, а аминокислоты, которые мы получаем. Влияние улучшения функции иммунитета и так далее, и так далее. Печени, центральная нервная система, кислотно-щелочной баланс. То есть этот продукт, он не на раз, его надо просто вводить в культуру потребления. Вот состав там витамины, минеральные, вот каменное масло вчера говорили, что каменное масло. Это тоже природный ферментированный продукт, который в горах, вот на Алтае, как нарост такой на скалах его собирает. Это микроорганизмы вот в этих условиях ферментируют органику. То есть растения, мхи, которые там на скалах растут, вот в тех условиях без кислорода. Мало кислорода, мало окислений, но идет вот такая ферментация. Мы доочищаем, там порядка 72 микроэлементов, редких, ну, огромная таблица. И это все в хелатированной такой форме. Он входит в состав вот этого продукта. И, конечно, вот показания, в первую очередь, это профилактика метаболического синдрома и коррекция его же. То есть это людям, в первую очередь, с ожирением, или кто не хочет. Это для спортсменов будет хорошо, которые бы хотели там корректировать вредные факторы нагрузки, ну, там, перенагрузки и так далее, и так далее. Вот. Он при этом, надеюсь, получится вкусным, чтобы вы могли относиться не как к коктейлю, который вот хочу, не хочу, а как вот к ежедневной процедуре, как зубы чистить. А дальше вот уже кому-то раз, кому-то два, но чтобы это на сегодняшний день супер еда. Ну, 8 марта обычно букет дарят, а не еду. Ну, вот Елена Николаевна пробовала, даже подруге подарила. Ну, то есть, это же не просто так вот взял, кадушку открыл, так, ну-ка, так, я тебе насыплю сейчас.
фасовка, вид фасовки, сохранность, старение, влажные условия разные, там заморозка, циклы. Ну, там много вот проблем, которые надо решать. Прогоркнет через год, не прогоркнет. Как его стабилизировать? Да? При какой влажности его... Что сделать? Приказать, будешь год у меня не протухать. Ну, вот наш Владивосток, Кухта Серега скажет, что я его брать не буду, потому что до меня он до Камчатки не доедет. Туда полгода только плыть будет. Вот. Ну, то есть много вопросов, которые уже вот-вот будут решены. Но у меня времени не осталось, мне уже показывают. Ну, вот еще у нас Наталья Николаевна, Анатольевна вчера была Черевко. Мы собрали группу людей, ребятишек, мы ведем и помогаем аутитам. Так вообще, компания «Артлайф» много для этого и, там, и подарки, мы и лекции, и мамаш поддерживаем. Контроль здоровья этих семей, их достаточно много. Мы разработали, вот посмотрите, по миру рост. Это, в России нет, это не российская статистика. То есть, ну, видно, как шпарит этот, ну, вообще расстройства, скажем, поведенческие, вот. И понятно, что аутизм это такой полусобирательный, но его много, допустим, большой симптомокомплекс, так скажем, можно собирать. Но здесь мы говорим вот именно о психобиотиках, о продуктах, которые влияют, и последние данные, которые говорят о том, что чем помогать этим ребятам. Ну вот в работах, во-первых, у всех ребятишек дефицит микрофлоры. Или получали антибиотики, или у мамы обязательно та же картина дефицита микробиоты, ожирение, риски в разы возрастают, лишняя масса тела, дефицит бифидофлоры, дефицит гамма-аминомасляной кислоты, дефицит плантарум, лактобациллус плантарум, я просто так вот перечисляю быстро-быстро, дефицит лактобациллус ацидофилус, то, что доказано во многих исследованиях, и самое главное, у всех дефицит или отсутствие полностью лактобациллус раутерии. Вот. Раутерия – это микроорганизм, который открыт и несколько раз вот входил в активную фазу, так скажем, потому что был открыт раутерин, который продуцирует эти микроорганизмы. Раутерин, который является сильнейшим антагонистом патогенов и регулирует колониальную численность хороших и плохих в кишечнике. При этом сегодня ведутся работы, вот эти микроорганизмы и связь с Helicobacter pylori. И продукты доказывают, что использование вот раутерии в терапии или метаболитов приводит к инактивации и к удалению, да. Но самое главное, что помимо синтеза раутерина у нас три штамма. Вот, мы исследовали три штамма. Вот, не все хорошо продуцируют сами раутерин. Но есть штаммы, которые хорошо метаболиты окситоцина. Вы знаете, что такое окситоцин? Помните, когда вам показывают крокодила, маму, которая несет дюнуша в этой зубастой пасти, его так лужит и выпускает его там на свободы. И человек может... То есть окситоцин – гормон добра, ласки и общения. И вот в этом-то, похоже, механизм зарыт, потому что когда начинали в экспериментах гнутобиологических животных, то есть они стерильны, то они воспроизводят вот такое вот поведение. Когда она начинает заселять микробиоту с раутерии, то они резко меняют тип поведения и становятся социальными. И наоборот. То есть эти эксперименты несколько постоянно повторяются, и они обеспечивают один и тот же вектор, показывает, что да, если есть раутерия, поведение лучше.
И, конечно, вот этих микроорганизмов, которых я ну, до этого раньше вам назвал. Поэтому мы вот, доизучили, дополучили последний вот этот штамм роутери. Создали такой продукт экспериментальный, набрали группу, две группы, там по 50 человек, составили программу исследования там кала на дисбиоз изначальный, потом в течение, принимать они, наверное, с полгода будут, на уровне стресс-гормонов, окситоцина, и так далее, и так далее. То есть вот я сюда поехал, мне надо было счета подписать на тест-системы. Вот, Наталья Анатольевна тоже здесь уже оказалась. Ну вот мы так вот дорешаем эти вопросы, а группы уже созданы. Вот. Ну по гамку и про плантарум, там не только вот окситоцин тема, но это тема вообще детей с гиперактивностью гамку, потому что это тормоз такой наш главный, и у нас ну, очень хорошие штаммы, это и бифидо, и лактобацилус казеи, там есть, которые 100% ферментируют, а источником гамк или предшественником гамк в субстрате является всем хорошо это, известная аминокислота, которую мы используем как консервант или усилитель вкуса, все знают, какая. А? Да, глютамин, ее соль, глютаматы. Вот. А для роутерии, допустим, вот, о которой я вам рассказывал, рассказываю, пристартером или главной едой является глицерин, глицерол. Вот. Поэтому сорбиотик пейте, там глицерином. Вот этот, он вносится, как, из него он и продуцирует роутерин, по сути дела. Это модификация биологическая глицерина, и получается... Роутерин, там три, на самом деле, метаболита. И вот гамк 100%. Вот сколько не дадим, будет гамма-аминомасляная кислота. Поэтому мы, вот здесь что давать? Мы должны и микробиоту, и метаболиты, и подкормить метабиоту, чтобы она там хоть какое-то время или как-то себя нормально чувствовала, а может быть, там будет она себя хорошо чувствовать долго. Ну вот посмотрите на состав, структуру, 9 штаммов молочнокислых бактерий, это живые культуры, роутерия, 3 штамма, вот о чем говорил, ферментированные метаболики, магний, цинк. Вот часть продуктов мы там небольшими сериями, так скажем, для компонентов мы уже исследовали и на так, людей там, с психоневрологическими нарушениями в виде депрессии, там у разных психиатров, у моих друзей там люди потребляли вот, отдельно гамк продукт, мы как тормозатор смотрели его эффективность, то есть, ну, не в общем, да, рецептуре, а как монопродукты. И потом, вот, получив результаты, мы такой комплекс сейчас создали, смотрим в клинике. Ну, у меня время кончилось, да, спасибо за внимание, потому что... А как? Нет, не сюда. Сейчас вернусь. Мы только вперед, мы назад не ходим. Ну вот, понимаете, все интересно, да? И вот сейчас мы расщепляем коллагены, получаем вот эти пептидные биорегуляторы. Вот. Получаем хелатированные комплексы с помощью фолиевых кислот, вот, природных соединений, которые вот, мы стали несколько лет назад активно использовать в наших продуктах. Вот. Ну, потому что это их природная задача такая. Зачем я буду чего-то, если есть в природе механизм естественный, да, который поддерживает жизнедеятельность ну, материи живой.
Вот, ждет вас новый Discovery препарат. Он будет один, моно будет меньше таблетка, он тоже современный, но тоже это каркасная таблетка. Вот, новый Ацеевид. Ну, потому что время проходит, понятно, технология меняется, и можно лучше сделать, эффективней. Вот. Нет, ну мы, я говорю, само ли ставится, что ли, я умный стал компьютер, я говорю, оно там догоняет. Вот. То есть и совершенно новые основы. Вот именно с помощью развития биотехнологий мы можем создавать уже вот такие живые структуры, понимаете, живые биорегуляторы, и поддерживать на другом уровне наши вот все процессы. Ну, спасибо за внимание, конференция продолжается. Сегодня у нас много хороших, интересных спикеров. Спасибо каждому из вас за ваше внимание, вот, интерес, потому что ну, мы сейчас разъедемся, я буду вспоминать ваши глаза и снова так будут придумывать, все гонять. Спасибо.